Приветствую всех на своем канале Акварелька. Зовут меня Наталья. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас обзор из фикс-прайса тех товаров, которые нравятся и необходимы, вернее, садоводам-любителям. Давайте посмотрим сначала, какие семена там. Завезли семена «Русский огород». Имеются в продаже цветы по цене 9,80. Семена овощей в ассортименте 8,40. И газон цветущий в ассортименте 55 рублей. Кориандр, петрушка. Ой, смотрите, базилик есть цветной. Нужно взять. А также можно купить луковичные цветы по 79 рублей. Такие вот красивые. Вот как красиво. Смотрите, какой тюльпан необычной формы. А есть еще и пушистенький. Грунт для орхидеи 55 рублей на 3 литра. А также можно купить питательный универсальный грунт. Фабрика грунтов. Почва грунт марки. Питательный универсальный. Ну вот он, смотрите, на 10 литров 59 рублей. Очень такая доступная цена. Дренаж из керамзита 27 рублей на 2 литра. Комплект эргономизированных удобрений осень 79 рублей килограмм на 35 квадратных метров. Хозяин батюшка, это удобрение гумусное органическое 29 рублей за килограмм. И суперфосфат двойной. Минеральное азотно-фосфорное удобрение 700 грамм. Фосфор здесь и азот гарантирует богатый урожай. 59 рублей. Также можно купить от Биомастер почва брикет, который даст крепкую рассаду. Подходит для выращивания рассады и черенков. 8 литров готовой почвы. Брикет плюс вода. Нужно растворить. Термически он уже обеззаражен. 60% верховой торф, 35% переходный торф и 5% вермикулит. Также есть кокосовый брикет. 100% экологически чистый продукт. Он удобен в использовании. Разбавляется с водой. То здесь все написано. Заготовка грунта. 79 рублей тоже. Можно купить горшочки торфяные. 10 штучек 27 рублей 50 копеек. Также горшки для рассады по 4 рубля. Вот такие 20 копеек. Комплексное удобрение. Люкс для овощей и рассады. 5 ампул по 10 миллилитров. 99 рублей. Удобрение старт. 79 рублей. Уралхим. Также можно купить биогумус за 59 рублей. Это органическое удобрение для рассады. Ну и вот еще здесь много всего. По 18 рублей различные удобрения с микроэлементами. Для лечения и профилактики хлороза и пожелтения листьев 18 рублей. Активатор корнеобразования роста, стимулятор 18-30. Так, и это кормилица микориза для корней 27 рублей. Набор для выращивания огород круглый год 55 рублей. Базилик вижу. Перец болгарский. Ну вот базилик, перец, томат еще там, огурец. То есть можно выбрать. И еще нашла интересную заправку для рассадных грунтов. Заправка 50 грамм, 18 рублей 30 копеек. То есть это вот здесь написано, как разбавлять, способ применения. То есть улучшаете грунт, обогащаете его минеральными удобрениями. И еще есть водорастворимые удобрения по 11 рублей. Вот для лука, чеснока. Универсальное для садовых комнатных растений.
для клубники и земляники 3 в 1, для томатов и перцев и баклажанов 3 в 1, для огурцов удобрения ультрамак и бор для увеличения количества завязей и бутонов 27 рублей 10 миллилитров. Медея, профилактика и лечение всех болезней плодово-ягодных культур 26 рублей 30 копеек. Так, это для замачивания семян, стимуляции роста и подкормки растений. 26 рублей. Янтарная кислота 18 рублей. Защита от пустоцветов. Новосил стимулирует рост растений и сокращает период созревания. 18 рублей. И также вот борная кислота. Вот такие поддоны по 55 рублей для рассады. Это здесь вот сразу можно создавать парничок на своем окошке. Но я вот что-то наподобие взяла в магните по 15, ну по 16 рублей. То есть есть дешевле варианты. Вот такие вот кассеты на 18 ячеек 29 рублей 50 копеек. Набор горшков для рассады 149 рублей. Ну, это уже вот такой вот из пластика. И на поддоне идет. Горшочки 0,5 литров 6 рублей 10 копеек. Вот такого вот плана. А также можно купить лук всего за 79 рублей. Но здесь, конечно, очень мало. Тут гартер. Но здесь даже полкилограмма нет. Здесь очень мало. Из искусственных цветов появились вот такие классные, красивые цветы. По 149 рублей. Большие. Вот белые, красивые. Единственное, что у них всего 2 цветка на ветке. Непонятно, почему 2-то. Вот. А так очень красивые цветы. Наконец завезли из новой коллекции аромалампы для эфирных масел. Вот, но я где-то видела по 149 рублей, но здесь выставили по 199. 3 цвета вижу. 4, вернее, серый, синий, желтенький и белый. Но вообще-то вот этот вот белый, наверное, это и есть вот этот серый. 3 цвета, в общем. Появились вот такие красивые отшелушивающие пилинг-носочки золотые. А с питательной сывороткой для ног. Умный педикюр. Так, в зимнее время кожа ног нуждается в особом уходе. И вот этот уход можно выполнить с помощью вот таких носочков. В бытовой химии смотрим. Появился Биомакс. Орлеанский жасмин. Для всех типов тканей подходит. Удобен в использовании. Удаляет пятна. Не содержит хлора. Цена 99 рублей за 500 грамм. Нашла еще одну крутую новиночку. Это напольные весы. Вот такой красивый эргономичный дизайн. Чистое стекло. Стоит 299 рублей. Идет вот такой упаковочке. Такие вот новые тканевые маски появились. Успокаивающие, восстанавливающие действия. Сделаны в Корее. Они имеют разные составы. Омолаживающее сияние с экстрактом папайи. С клубникой омолаживающий и свежий цвет лица. С экстрактом авокадо питание. Восстанавливающий эффект питания с экстрактом личи. Увлажнение и питание кожи с экстрактом киви. Такие вот масочки. Кстати, брала вот эти гиалуроновые патчи. Они очень классные. Больше всего понравились розовые. 55 рублей. Убирают припухлость. Разглаживают морщины. Восстанавливают, тонизируют, устраняют отеки. Так, вот это вот омолаживающее, а вот это вот увлажняющее. Вот омолаживающее получше. А также появились за 199 в фикс-прайсе наборы для ванной. Диспенсер для жидкого мыла и стаканчик. Так вот так вот выглядит стекло. Это, да, стекло, кстати, очень классно, что стекло. И наворачивается сюда вот этот вот диспенсер. По цвету я вижу здесь голубые, но были еще красные. Смотрите, какая огромная кружка на литр.
и 40 миллилитров 199 рублей. Подарок боссу. Бульонницы по 79 рублей. Такая удобная сушилка для посуды. Стоит 249 рублей. Размеры 37 на 31. Так, вот для холодильника очень много разных интересных контейнеров. Большой выбор в стиле лофт, различные подставки. Полочки, крючки в таком стиле интересном, современном. Поддон 99 рублей. Большой довольно-таки, 70 на 37. Недорого. По 299 можно купить вот такие стильные корзинки. Нашла вот такие классные рюкзачки. По 299 рублей. Плотная ткань. Здесь кармашек удобный на замочке. По цвету черный. И вот такого вот бежевого цвета. И синий. На этом видео свое заканчиваю. Кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал, пожалуйста. Всем желаю крепкого здоровья, хорошего, отличного настроения и удачных, выгодных покупок. Пока-пока, друзья. До новых видео.